Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня приготовим диетический салат с использованием киноа. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять рецепт. Для приготовления нам понадобится смесь белых и красных зерен киноа. Я их предварительно помыл. Также понадобится салатная смесь. Салат фрисе, шпинат, свекла, морковь. Вы можете использовать любую другую смесь. Мне понадобится еще оливковое масло, лимон, адыгейская соль, огурец с помидором, а также смесь перцев. Для начала нам необходимо отварить киноа. Для этого в сотейник добавим немного оливкового масла. Друзья, небольшой секрет. Для того, чтобы приготовить идеальный и очень вкусный киноа, его необходимо прогреть в сотейнике, энергично размешивая и не дав пригореть. Крупа варится в консистенции 1 к 2, то есть одна часть киноа, две части воды. Варить нужно на среднем или слабом огне в течение 15-20 минут. Если воды не будет хватать, ее можно всегда добавить. Самое главное не упустить и не переварить киноа. Немного присолим. Остудим киноа для нашего салата. В салатник переместим сваренные зерна красного и белого киноа. Нарежем помидор аккуратным кубиком. Очистим огурец от кожи частично. Небольшие вкрапления нам напомнят о том, что мы используем в салате огурец. С помощью чайной ложки извлечем мякоть огурца. Она нам не понадобится в салате. Такой интересный прием поможет нам избавиться от лишней влаги в салате. А нестандартная форма нарезки экстравагантно будет смотреться в нашем салате. Смотрите, чем-то напоминает креветку. Добавим овощи в салат. Далее добавим нашу салатную смесь. Оу, друзья, мы забыли посолить. Ну, ничего страшного. Это легко исправить. Добавим соль по вкусу. И добавим черный перец. Я люблю свежемолотый. Он наиболее ароматный и очень подходит к салату. Добавим лимон для кислинки. Вдавливайте лимон через ладонь. Тогда косточки останутся на ладони. Теперь аккуратными движениями размешаем наш салат. Киноа – очень полезная крупа. В зернах киноа на 100 грамм 16,5 грамм белка, а также 13 грамм железа и 4 грамма цинка, а также 69 грамм углеводов. Киноа подойдет для тех, кто находится на правильном питании или хочет похудеть. В завершении добавим в наш салат оливковое масло. Друзья, встречаемся на представлении блюда. Невероятно красивый и очень полезный салат с хрустящими листьями фрисе, шпинатом, свеклой, морковью, помидором и огурцом. Этот простейший салат может приготовить каждый, только необходимо уметь резать овощи. И в то же время он такой вкусный, что его нельзя не попробовать. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте включать колокольчик.